платежки за январь месяц, которые на сегодняшний день выдает Мегабанк, сумма разительно отличается от декабря месяца. Первично мы разобрались с ситуацией, оказалось, что, к сожалению, когда тепловые сети снимали контрольные съемы в декабре и в январе месяце, был нарушен период, это календарный месяц, соответственно, один месяц, декабрь, получился меньше дней в квитанции, январь получился больше. Исправим все эти платежки, они будут в течение этой недели разосланы, в которых будет уже выставлен январь, как положено, со справедливой ценой. Те, кто заплатил в Мегабанке, эти деньги, они все равно ложатся на их расчетный счет, и в следующем месяце они просто будут там, если там долгов не было, то это будет как предоплата, которая при платежке, при квитанции за февраль, она будет учтена в оплате.